Начнем новости с анализа цен на овощи в северных регионах Казахстана. Существенного снижения стоимости так и не произошло. Если цены на картофель и стали ниже, то совсем незначительно. Морковь стоит практически так же, как и несколько недель назад. Северные регионы напрямую зависят от поставок свежего урожая из южных областей. Когда ситуация стабилизируется, в материале моих коллег. 450-500 тенге за килограмм. Столько в начале месяца стоил картофель на рынке. Сейчас он дешевле на 100 тенге. Но даже так это почти в 3 раза дороже, чем, например, в прошлом году. А вот морковь, которую раньше можно было купить всего за 60 тенге, сегодня стоит 600 за килограмм. Мука, хлеб, рожки, вот это тоже все подорожало. Нет. Немножко сахар стал дороже. Ну, собственно, крупа вся немножко подорожала. В Акимате, говорят, делают все возможное, чтобы урегулировать цены. Для этого есть и стабилизационный фонд, и механизмы льготного кредитования товаропроизводителей. Например, под контроль удалось взять цены на муку, рис, сахар, молоко, картофель, яйца и куриное мясо. Но почему не дешевеет морковь? Морковь идет сейчас ранее. Поэтому исторически так сложилось, что цена на нее несколько выше, чем в последующий период. Как только начнет поступать продукция уже массово с юга, да, это где-то середина лета, конец лета, и осенью от наших поставщиков цена неизбежно упадет. Вот тогда вот на пике понижения цены мы уже будем договариваться с производителями о том, чтобы закупить ее в стабилизационный фонд. В стабилизационном фонде хранятся больше 1000 тонн муки, сахара, риса, растительного масла и других продовольственных товаров. Все эти наименования можно встретить на полках так называемых социальных магазинов. Цены здесь на 15-20% ниже рыночных. Вот весной было особенно фрукты очень дорого. На 300, на 200 тенге было дороже. Картошка. Это самое было дороже. Хотя обещали, что, как читал, магазин будет дешевле. А почему так? Дорого здесь, я поэтому иду туда, в Ларюк. Там дешевле. Здесь посмотрела, картошка 270, а там 240 есть. Разъяснить ценовую политику сети социальных магазинов попытались ее представители. Смотрите, если картошка закончилась, да, ее нет в наличии стафонда. Бесспорно, люди же спрашивают ее. Естественно, продают, но при этом при всем цена на ту самую картошку, которая продается в городе, у нас, можно сказать, одна из самых низких. В управлении предпринимательства подорожание объясняют законами рынка. Специалисты говорят, вмешиваться в ценовую политику не могут, а устанавливать предельные цены на продукты первой необходимости будут только в крайнем случае. Так получилось, например, с ценами на растительное масло в Акмолинской области. А для того, чтобы пополнить стабфонд новыми запасами, из госказны планируют выделить больше 500 миллионов тенге. Азиза Мукулбаева, Рауль Габитов, Дамир Берикулы, Анатолий Баляный, Хабар 24, Кокшетау.